Страдания тела, врача кабинет, твой взгляд осветило с мольбой. Жестокий ответ, друг мой. Выхода нет, готовьтесь к кончине, герой. Но ты не слабак, не поник головой. Тебе кровь бесстрашных бойцов. Спасибо, профессор, за честность со мной. Хоть ваш приговор и суров. Вдруг что-то тебе подсказало внутри. Профессор умен, но не Бог. Учение Господа пересмотри. Там много к спасению дорог. Пешком из больницы направился в храм. Предался навеки Творцу. И слезы любви потекли по щекам. Заблудший вернулся к отцу. Таблетки, микстуры ушли в унитаз. Есть вера. Начало начал. Ты сам себе отдал суровый приказ. 3 раза в неделю спортзал. Весь отпуск на море, а в прорубь зимой. Строжайше выдерживать пост. И смерть, отвернувшись, прошла стороной. Духовный увидела рост. Прошло 19 насыщенных лет. Теперь ты как буйвол здоров. Решил посмотреть старый тот кабинет. Своих повидать докторов. Больница с ремонтом. Полно новых лиц. Снился давно персонал. И лишь по длине красивейших ресниц ты вдруг практиканку узнал. Она расцвела, словно летний бутон. Сейчас перспективный доцент. Ко мне я оставил менторский тон. Да вы первый мой пациент. Но как же диагноз? Не верю глазам. Я плакал ночью тогда. И Бог внял невинным и чистым слезам. Здоровым вернулся сюда. А где же профессор? В строю до сих пор. С улыбкой сказала она, сейчас он в столице, почетный член кор, маститый, труды, ордена. Как жаль, я продолжу хотел диалог. Ну что ж, отменяю премьеру, а вам расскажу, что спасает всех Бог за честную службу и веру. Спасибо.